Николай стал летчиком 4 года назад. Говорит, детскую мечту исполнил. Отбор был жестким, но он все испытания выдержал. На нем и на его напарнике 4 маршрута. Один на юге и 3 на севере. Там просто лесов больше. Работают они много. Всего осматривают почти 3 миллиона гектаров леса. Один облет занимает от 3 часов. Поэтому, когда погода позволяет, летают каждый день. В этой профессии случайных, наверное, людей нет. Здесь работа должна приносить удовольствие всегда. И она действительно нравится. Мы делаем поистине серьезное дело. Охраняем леса от пожаров. Работы у Николая теперь прибавятся. Глава региона Глеб Никитин поручил увеличить финансирование авиапатрулирования на треть. Если раньше было 450 летных часов, то теперь будет 600. Лесные пожары в этом году есть, но той катастрофы, что была в 2010-м, не будет, несмотря на любую жару. С учетом повышения классов пожарной опасности по условиям погоды и возможным негативным прогнозам лесопожарной обстановки, по решению главы региона Глеба Сергеевича Никитина департамента принято решение по увеличению кратности патрулирования в текущем году за счет увеличения объема летного времени. В этом году в регионе зафиксировано 30 лесных пожаров, общая площадь 20 гектаров. Зачастую тушение начинается уже через полчаса после обнаружения очага. Половина лесных пожаров фиксируется с воздуха. И еще одна цифра. 90% лесных пожаров происходят из-за человеческого фактора. Поэтому лесники в очередной раз просят жителей соблюдать в лесу противопожарную безопасность, не разжигать костры, не оставлять мусор и окурки. Александр Быков, Михаил Городников. Время новостей.